А, вы уже тут? Итак, всем привет, друзья. С вами по-прежнему, как я, Миша. И сегодня, ребята, мы играем в игру Dude the Wart. Ой, это я ем картошку. Так вот, сегодня у нас будет обзорчик вертолетов. Тест-драйв, обзорчик. Вот, такой у нас военный вертолет здесь есть. Я его притащил сюда. С ракетами, вот такой очень крутой. И обычный вертолет, правда, он в полицейском скине, но это обычный вертолет. Такой на лыжах. Что ж, давайте попробуем тест-драйв. Сначала, о, вот такой же самый летит, как у меня он. Вот он такой же самый полетел, так. Посмотрим. Этот вертолет гораздо же меньше. И он лучше управляется, ребятки, да. Этот вертолет, вот этот, что-то, вот этот, короче, он управляется меньше. Но, вот посмотрите, у военного вертолета здесь и шасси, а здесь лыжи у него такие. На лыжах удобнее. У военного вертолета, вы посмотрите здесь какой винт, ё-моё, он очень большой, а на этом такой маленький. Ну ладно, давайте посмотрим, как он управляется. Заводим турбину, это турбированный, газотурбинный вертолет. Давайте попробуем взлететь. Опа-на, так, аккуратно взлетаем. Ребятки, управление у него 10 из 10, вы посмотрите, он очень легко и плавно управляется, вот. Сейчас я, к примеру, попытаюсь вот так вот, смотрите, вот так вот, сейчас я его выровняю аккуратненько, вот так вот. Наконяем его вниз и двигатель, и он все у нас прямо летит. Но у меня есть автобус боком идет, вы видите? Он дрифтит только что так. Ну, а посадочка у него невероятно удобная. Сейчас я к этому вертолету, сейчас я его приземлю. Вот так вот, смотрите. Это сюда, так. Тут разворачиваемся, чтобы нам вот так вот сесть как-то. И теперь просто убираем мощность мотора, прибавляем его так, чтобы он у нас плавненько вот так. Так, давай, на лыжи, вот так, вот так, вот так, оп. Сейчас у нас немножечко закосилось, вот, все. У нас вертолет сел. Теперь сейчас посмотрим на военный. Блять. У меня сейчас ночь, поэтому я сейчас пишу чит-код Day, сейчас, подождите. Day, Дау. Так, все. Ха, я читер. Ставим военный. Увидите, что он у нас сразу перекошенный. Давайте, заводим двигателя. И нам нужно вот так развернуться, чтобы он у нас вот. Так, все, мы взлетаем на военном вертолете. Но, ребятки, управление у него, я бы сказал бы, не самое лучшее. Но в воздухе он завязать, кстати, вот так прикольно он умеет. Управление у него нормальное, только вот посмотрите, фигня какая при посадке. Смотрите, например, я здесь хочу вот так вот где-то приземлиться, чтобы поесть чебуреки. Господи, какие чебуреки. Этот. Вот, посмотри, я хочу сесть, вот, сейчас, я седаю, смотрите, и сейчас, чтобы вам, вот видите, его на бока косит, и я вам покажу, как на нем сейчас сесть. Вот, смотрите, сейчас я на него хочу сесть, вот так вот. Ну, вот, видите, управление у него нормальное довольно. Сейчас я хочу сесть, например, и мы, когда только вертолет начинает касаться земли, мы с него выпрыгиваем, вот так. И что-то у нас он перекосился, походу. А я его просто на скорости сажал. Попытка дубль 2. Итак, попытка дубль 2. И, пожалуйста. Да! У нас получилось его посадить. Он насел, только он... Постоянно он кривится на этот бок сраный. Господи, как разный. Ну, вот такой, короче, ролик получился. Ребята, ставьте лайк, если вам понравилось. Это что такое? Это что такое? А что они задом пролетели? Прикол. Ладно. Что за, блин, приходит? Так. Ну, оцениваю этот вертолет на 7 из 10. Почему семерка? Да потому что у него управление идиотское. Всем пока.